Тема 717. Уборка в шкафу. В Китае появилась последовательница японки Мари Кондо, специалиста по уборке квартир и домов от старых вещей и раскладыванию оставшихся по полкам. Про Мари Кондо и ее бизнес читайте «Стать магическая уборка от Мари Кондо». Китаянка Дэн Мэй работала няней и не выносила захламленных шкафов в доме у работодателей. Она предложила им бесплатно привести их гардероб в порядок. А потом поняла, что это именно то, чем ей нравится заниматься. У девушки болезнь ОЦД, которая по-нашему звучит как обсессивно-компульсивное расстройство. Это невроз навязчивых состояний, по Википедии. То есть если человеку кажется, что у него грязные руки, он может часами их мыть, не в силах оттереть их до конца. Такая особенность, видимо, и не дает девушке покоя при виде неубранных гардеробных шкафов, пока она их не уберет. Девушка начала предлагать свои услуги богатым жителям своего города Чэнду, огромный город, кстати, величиной с Москву, в начале 2015 года и за год с небольшим список ее клиентов содержит уже 100 адресов. Многие из них стали постоянными клиентами. За свою работу она берет 100 юаней, примерно 15 долларов, за уборку 1 метра, в ширину, шкафа. Уборка обычной гардеробной занимает у нее примерно 3 часа и стоит для клиента 400 юаней, 60 долларов. Однажды ей пришлось убирать очень захламленную квартиру, потратила она на это 2 дня и заработала 2000 юаней, 300 долларов. Самое жаркое время для уборки шкафов – это смена сезонов. Основные клиенты молодой предпринимательницы – богатые люди, которые либо заняты постоянным зарабатыванием денег и у них нет времени на уборку, либо это люди, которые ленятся, либо просто не умеют правильно организовать свое пространство. Убирать самые шкафы – это, конечно, не совсем бизнес, скорее, самозанятость. Но у Дэн Мэй большие планы, тем более что клиентура ее постоянно растет. Она хочет открыть свою школу, в которой будет учить людей убирать свои шкафы. А может быть, лучше открыть компанию по уборке шкафов. Точно такую же, какими сегодня являются клининговые компании. Набираешь бригаду работников, учишь их этому непростому делу и посылаешь клиентам вместо себя. Тогда можно зарабатывать не 120 долларов в день, а все 1200 долларов, если одновременно обслуживать 10 клиентов. Такая услуга, более высокого порядка, чем просто протереть пыль или помыть пол. Потому что здесь нужно не только убрать беспорядок, нужно и знать, как вещи складывать. По типу, по сезону, по цвету, по внешнему виду. Это даже не столько уборочный бизнес, сколько художественный. Как дизайнерский ремонт в квартире сделать, а не абы как, чтобы только аккуратно. Параллельно можно клиентам продавать удобные вешалки, это будет как попутное направление бизнеса, ящики для хранения вещей или обуви, чехлы для хранения шерстяной или верхней одежды, и тому подобное. И труд этот намного приятнее, чем мытье полов. Никакой тебе грязи, никакого выливания ведра с грязной водой с песком в унитаз, никаких унизительных сгибаний в пояснице, никаких убогих защитных перчаток на руках. Стоишь себе возле шкафа как менеджер и командуешь одеждой, эту, туда, ту, сюда. И такую услугу не будут заказывать малообеспеченные необразованные люди. Вы будете иметь дело с хорошо зарабатывающими, грамотно разговаривающими людьми. Заодно посмотрите, что нынче носят, что покупают, как красиво люди живут, все равно что на художественную выставку сходить. Может быть, у нас есть в России подобные компании, которые занимаются уборкой шкафов и гардеробов. Интересно было бы посмотреть, если знаете, кидайте ссылочки в комментариях. Если в вашем городе такой услуги еще нет, можете попробовать.
будете самым первым и максимально используете это преимущество.